как? Раз, два, три, четыре.
Раз, стопы натяни, колени сжать. Три, четыре. Раз, руки натянула. Два, стопы. Три, стопы натяни. Четыре. Раз, два. Три, ножки натянула, колени сжимай. Четыре. Раз. Раз, дотянула. Куда ты отпускаешь ножки, ты еще не дотянула. Два. Три. Ноги натянули. Спина ровная. Молодец, Полина. Четыре. Раз. Два. Стопы натяни. Три. Коленочки. Четыре. Раз. Два. Ты пальцы тяни свои. Вот. Четыре. Колени дотянули. И раз. Раз. Коленочки. И Велеслава полностью натягивает. Два. Пустила ножки. Три. Руки. Колени дотянули. Четыре. Все, встали. Взяли на колени. Взяли на свои мячики. Подошли ко мне, стали на пол пальцы. И две. Поднимайся, еще так, нужно работать с мячом. Вот эти вот перекатики, все. Мне мяч слишком мягкий. Нужно проработать обязательно на стопы партерную гимнастику делаем, растяжечка на все виды шпагатиков и кольца равновесия. Дома это нужно отработать. У тебя еще очень много времени для того, чтобы еще дома прийти и позаниматься. Никаких отговорок. Я сказала дома заниматься. Все, тренировочка закончена. До свидания. До свидания. До свидания. Вот когда да, все думают. Машируйте.